Всем привет, в эфире в тренде. Ну что, поехали? В нашей еженедельной рубрике «Маст-хэв» я рассказываю о самых трендовых вещах в этом сезоне. Сегодня решила отвлечься от скучных офисных нарядов и окунуться в мир романтики и женственности. В центре внимания сегодня элегантная кружевная черная юбка. Покрой приталенный, силуэт юбка-карандаш, длина до середины колена. Красивые узоры придают образу нотку загадочности. Такая юбка сама по себе находится в центре внимания, поэтому я подобрала к ней классический синий топ. Базовую вещь, которая сочетается практически со всем. Очень часто перед наступлением дня рождения или свадьбы родственников или друзей мы задаемся вопросом, что же подарить. На самом деле нет ничего проще, чем сделать оригинальный подарок, который запомнится на всю жизнь. Портрет на ткани действительно необычно. Вы можете создать уникальную картину из своих собственных фотографий, а также предстать в роли барона или баронессы, короля или принцессы. Подберите для вашей картины подходящую багетную раму, и вы получите нечто оригинальное. И это именно тот самый подарок, от которого именинник будет в восторге. Преимуществ у такого портрета действительно много. Картина, напечатанная на специальной ткани, со временем не потеряет яркость своих красок, а также на ткани полностью отсутствуют блики, и ткань абсолютно не боится воды. При загрязнении ее легко можно почистить. Ну а если до торжества осталось совсем мало времени, не печальтесь, я открою вам небольшой секрет, как выйти из положения. На сайте портретов.ру вы можете посмотреть готовые работы. Тут же можете заказать обратный звонок, где вам перезвонит специалист в течение 15 минут. Для предварительного заказа загрузите свое фото на сайт, и специалист поможет вам подобрать макет для вашей картины. Также есть возможность самим ознакомиться с предложенными на сайте макетами для вашей картины и оформить заказ онлайн. Для этого выбираем нужный нам раздел – женский или мужской портрет, парный или групповой, а может даже детский. Из представленных фотоколлажей выбираем тот, который нравится вам. Жмем на кнопку «Сделать заказ». Далее заполняем форму заказа, где указываем номер понравившегося макета. Загружаем фото, указываем номер багетной рамы и можете оставить свои пожелания к заказу и отправляем заявку. Срок исполнения заказа – всего 1-3 дня. Технический прогресс не стоит на месте, и печать возможна не только на ткани, но и на другой продукции, например, на сувенирной. Нанесение логотипа вашей компании на кружки, футболки и спецодежду – все это продвигает вашу компанию на уровень выше и выше. Бизнес-подарки и промо-продукция обеспечивают личный контакт с вашим потребителем и при этом экономически выгоднее других способов продвижения продуктов и услуг. Чтобы подарок эффективно работал на продвижении компании, нужно выбрать правильное нанесение. Это может быть не только логотип, но и понятное потребителю рекламное сообщение. И главное, оно должно быть выполнено качественно. Компания Printex поможет вам повысить узнаваемость и известность вашей компании. Компания Printex осуществляет печать на кружках, футболках, подушках, брелках, магнитах и пазлах, изготовление флагов, вымпелов, грамот, наградных дипломов, дизайн и печать баннеров. Также здесь вы можете заказать необычный подарок – портрет на ткани, красиво оформленный в багетную раму. Собственное печатное оборудование позволяет делать заказы в кратчайшие сроки и с оптимальными ценами. При этом качество продукции всегда остается на высоте. Оформить заказ на изготовление и печать продукции для бизнеса и не только вы всегда можете по адресу: улица Ключевская, 39Д, рынок Туя, блок 3, офис 29, телефон 67-36-36. Портрет по фото можно заказать на сайте portretov.ru. Бизнес-сувениры можно заказать на сайте photobriz.rf.
Всем привет! Сегодня мы будем делать прическу из хвоста с элементами жгутов. Для этого нам понадобится две тонкие силиконовые резинки и одна резинка тугая для основного хвоста. Итак, приступим! Все, наш новый образ готов всего за несколько минут. Кому сложно делать жгуты, можно заплести косы. Всем пока, всем хорошего настроения. Всем привет, меня зовут Анастасия Панова, я тренер в фитнес-центре «Сибирь». Сегодня мы поговорим с вами о таком упражнении, как отжимания. Итак, основные мышечные группы задействованы. Это, конечно, большая грудная, это передняя дельтовидная и двуглавая мышца плеча. Отжимания мы будем делать с вами с постановкой рук шире плеч. На вдохе мы опускаемся вниз до угла 90 градусов, на выдохе поднимаемся наверх. Всем привет! Меня зовут Владимир Леонтьев, я персональный тренер фитнес-центра «Сибирь». И сегодня я покажу вам упражнение для развития трехглавой мышцы плеча, в простонародье трицепс. Нам понадобится некое возвышение, это может быть стул или скамейка, если вы делаете упражнение в домашних условиях. Необходимо упереться руками в скамью, вытянуть ноги, держать спину ровной. И перпендикулярно полу опуститься вниз до касания ягодицами пола. Локти стараться удерживать отведенными назад и подняться вверх в исходное положение. Выполняем упражнение в количестве 15-20 повторений, 4 подхода.